сейчас нам хотелось бы познакомить вас с другим молодым человеком, у которого много неприятностей, потому что он всегда и всюду. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле. Люди в мире разделяются на две категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты. Герой или злодей? Хороший, плохой, злой? А на что ты готов, чтобы спасти девушку, которую когда-то любил? Виктор Цой в драме Рашида Нугманова «Игла». Во вторник, 20 июня в 22:00 на телеканале «Самара ГИС».